Расскажи, почему ты выбрал именно наш клуб для продолжения карьеры? Меня позвали Юрий Фарзунович Газаев. В принципе, здесь хороший проект для дальнейшего развития своей карьеры. Я думаю, здесь можно решить задачу выхода в ФНЛ. И дальше здесь заинтересованные лица, руководство, тренеры, все. То есть это хороший шаг к тому, чтобы дальше двигаться в нужном направлении, правильно. Ну, для наших болельщиков ты, можно сказать, совсем новый футболист. Можешь так поподробнее рассказать о себе, о своем футбольном пути? Да, я воспитанник московского «Динамо». Закончил школу московского «Динамо», потом поиграл год в дубле «Динамо». И дальше меня пригласили в футбольный клуб «Вакари Астрахань». Это, получается, я поехал на сборы с первой командой ФНЛ, когда они выступали. Дальше там как-то не получилось, то ли с контрактом, то ли еще что-то. Я попал во вторую команду в «Вакари Астрахань 2» и во второй лиге играл. Но это недолго продлилось, там, буквально месяца 2-3. Дальше «Вакари» вылетел в ФНЛ. И меня пригласили опять же во вторую лигу выполнить задачу. «Вакари» ставил задачу выхода в ФНЛ во второй лиге. В общем, мы удачно выполнили, вот с того момента я 5 лет был в «Вакари». Сейчас ты оказался в новой для себя команде, в новом коллективе. Какие первые ощущения? Коллектив отличный, ребята все дружные, выполняют все требования. Ну, вообще отличный коллектив, мне очень здесь нравится. Ну, смотри, сейчас в команду пришла группа игроков, выступавших дивизионом выше. И болельщики будут связывать с вами особые ожидания. Угу. Готов к такой? Да, конечно, естественно. Ну, ФНЛ немножко потяжелее чемпионат, я так думаю. Ну, я, в принципе, во второй лиге уже выступал в зоне, и когда с «Вакарем» ставили задачу, мы удачно ее выполнили. В принципе, я надеюсь, что и здесь так же будет все. Смотри, сейчас формируется новая команда. Как считаешь, есть предпосылки уже сейчас побороться за выход в ФНЛ в этом сезоне? Ну, сейчас сложно говорить об этом, но мне кажется, что да, возможно, этот вариант. В принципе, вот сейчас был «Армавир» и «Афипс», как я помню. Там в последнем туре решился, то, что «Армавир» вышел в ФНЛ. До этого «Армавир» отличный там. И финансы, и так далее, и так далее. Но «Афипс» до конца боролся, и могли они выйти. В принципе, у нас есть все шансы, чтобы выйти в ФНЛ. Ну вот, судя по тому, какой состав подбирается, у тебя уже как у игрока, у которого был опыт выхода с ПФЛ в ФНЛ. Сейчас какие ощущения, если сравнить с теми? Ну, сейчас мы только тренируемся, буквально там, полторы недели. Сейчас тоже рано об этом говорить. Ближе уже к началу чемпионата уже можно будет картинку в целом сложить и получить ответ на этот вопрос. И блиц. Где начинал заниматься футболом и кто был первым тренером? Начинал заниматься в Подолье, это Подольский район, команда футбольная. Стогов Алексей Васильевич, первый тренер. За что полюбил футбол? За голы, наверное. Кто лучший футболист, играющий на твоей позиции? Лучше сейчас. Ну, мне нравится Иску. А кто вообще любимый футболист? Вообще нравится очень Роналдиньо. Какому клубу симпатизируешь? Ну, нет такой особой симпатии, но... Ну, допустим, смотришь Лигу чемпионов. Арсенал, Лондон. Всегда симпатизирую. Месси или Криштиану? Или кто-то другой? Роналдо. Помимо сборной России, за какую сборную болеешь на чемпионате мира? Бразилия. Ну и последнее. Какое любимое блюдо? Борщ.
Ну, ты видишь, задумался, а надеюсь, когда через некоторое время будешь отвечать на этот вопрос, ты ответишь, как и все, кто бывает в нашей команде, пироги. Осетинские пироги, да? Точно. Спасибо.